уроки и последствия геноцида армян, я уже сказал, это относится к всем, потому что это является частью всемирной истории, это является частью европейской истории памяти, это является частью российской памяти. Геноцид армян, хоть и произошло около 100 лет назад, но отголоски и эхо до сих пор слышны. Почему? Потому что даже конвенция по предотвращению и по наказанию и геноцида, принятой ООН, она тоже не является дееспособной для предотвращения геноцида. Это о чем говорит? Это говорит о том, что даже вот в 15 году в мае, когда Россия, Франция, Великобритания совместно выступили с заявлением и охарактеризовали происходящие ужасы на территории Османской империи как преступление против человечества и цивилизации, когда Гитлер в 1939 году в Обер-Зальцберге говорит, что кто сегодня помнит об армянах и совершили чудовищные преступления как на территории Европы, на территории сегодняшней России. И сегодня мы, вот это поколение, живущее на планете Земля, мы тоже являемся свидетелями ужасных событий в Руанде, на Балканах. И то, что происходит даже в режиме реальности, вот сейчас мы говорим, где-то тоже совершается преступление против человечества, преступление, геноцидные преступления. Особо хочется подчеркнуть тот документ о признании геноцида, который приняла Российская Дума, в котором это уникальный документ, потому что в нем отмечается о геноциде, говорится о геноциде против армянского народа, который произошел на территории Западной Армении. Я думаю, вот именно в этом состоит уникальность по сравнению с другими документами подобного рода, которые были приняты парламентами других стран. Почему? Потому что Западная Армения – это наша родина, большая часть нашей родины, которую мы потеряли в результате геноцида. И память о Западной Армении жива у армянского народа и сегодня. Вы сами знаете, что в Турции выходят книги, в которых рассказывается о том, что армяне бежали сами, все оставили. Понимаете, и чуть ли не сами себя убивали. И эти книги показывают цинизм, с которым турецкие власти относятся к этой важной и очень злободневной теме. Она злободневна сегодня, потому что геноцид идет сейчас семимильными шагами по всему миру. Мы можем вспомнить геноцид, который был устроен на территории Советского Союза, геноцид армян в Сумгаите, геноцид армян в Баку и так далее. Все это тяжелейшие отголоски вот тех самых, простите, столетних событий, хотя за 100 лет мало что изменилось в идеологии вот этих новых людей. Я понимаю, что они боятся возвращения армян на свою родину, в Западную Армению. Я понимаю, что турецкое правительство осознает, какие огромные суммы оно должно выплатить наследникам этих событий. И они не хотят этого ничего. Поэтому идет обман во всем мире, обман того, что этого никогда не было. И, ну, вы знаете, это не хуже меня. Я думаю, что столетний юбилей должен поставить точки, и не только столетний юбилей, но и даже вот эти годы, которые приближают нас, два года к столетнему юбилею, должны поставить точки, и мы должны, весь мир должен осудить Турцию за то, что она сделала.